вот у нас гулятельный горох днем. Вот так вот. Эрика довольная, радостная. Прямо вообще. Ура! Говорит, снег. Скоро, говорит, будем на лыжах кататься. Ты что это? Ты замерз, что ли, да? Ты замерз. Да ты, мой старикашечка, замерз. Ух ты, говорит, отец выгнал, говорит, меня на мороз, говорит. Ботинки не дал вообще никак. А зато вон Эрика такая хвостом намахивает. Да. А гуси вот атакуют вот здесь вот. Здесь, говорит, снег почище, здесь повкуснее. Там тоже свои эти самые клювы засунули. О, ходит у нас. Клюква ходит. Топ-топыч, иди сюда. Ты что, топ-топыч, что ли? Вон топ-топыч пошел. Вот так вот. Всех... Эрика, это что такое? Это что ты туда залез? Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Ты все там пороняешь, мама опять ругаться будет, а? Это что за собака такая хулиганская? Я вот вас тут закрою, будете знать, как там прыгать. Так, Цезарь говорит, я уже нагулялся. Можно мне домой? Нет. Давайте, гуляйте, гуляйте. Вон Бимка и то. Хоть мерзнет, хоть лапья замерзают, но все.